Сегодня свой праздник отмечает десантное братство. Ко дню ВДВ в Великом Новгороде подготовлена традиционная программа. Митинги и возложения, марш-бросок и автопробег. Сергей Миронович Харбедия пошел в армию в 19 лет. В воздушно-десантных войсках служить был рад. Правда, говорит, после домашнего уюта привыкнуть к жесткой армейской атмосфере было непросто. Мальчишка его отправили в Афганистан. Теперь же, спустя много лет, он состоит в патриотических организациях и проводит уроки мужества для юношей. Память о тех днях, о службе, она у меня в сердце, и вспоминаю часто и передаю молодежи. Многие из тех, кто пришел сегодня на митинг, были на войне, и для них такие встречи особенные. Погибших по традиции почтили минуты молчания. Ребят моего класса хотели служить в ВДВ, потому что ВДВ – это сила, это мощь. Это беззаветная любовь и служение своей родине, своей отчизне. Поэтому сегодня мы говорим слова благодарности тем людям, которые в любое время, в любой точке выполняют боевую задачу, стоят на страже нашей страны. После митинга гвардейцы-десантники вместе с участниками спортивных клубов, как и в прошлом году, устроили марш-бросок. Начали свой путь они у сквера Мужества, пробежали по Колмовской набережной, улицам Великая, Козьмодемьянская и Разважа. И через площадь Победы Софийская к стеле «Город воинской славы». Татьяна Баркова, Петр Самусов, новости, Новгородское областное телевидение.